за трудность. Да, с одинаковым результатом с командой Болгарии. У них первый результат, наверняка высшая оценка за исполнение, если у команды России первый результат. Да, это определяется в результате тайбрейка. И первый критерий, по которому выбирают из команд, получивших одинаковую оценку, это оценка по исполнению. А на ваших экранах команда Узбекистана. Серьезно готовится команда Узбекистана тоже в этом сезоне. Хорошо они выступают. Тоже у них есть, конечно, будут бороться за шанс отбора на Олимпийские игры. На Кубке мира, который проходил в Ташкенте, у них серебряная медаль на Габоре после нашей команды. Интересное сочетание музыкальных фрагментов. Первый был из фильма, страшно сказать, 1957 года, до сих пор дожил. Музыкальная эта тема, как и девушка, а вторая тема национальная, Баридьяль называется, и поет Насиба Абдуллаева. Но мы обязательно скажем о том, что команду России в групповых упражнениях тренирует старший тренер Татьяна Сергаева, безусловно, под всеобъемлющим руководством Лины Александровны Винорусмановой. И постановщик упражнений с упражнения с мячами, постановщик нашей сборной команды России, очень известная Ирина Зиновка, которая является постановщиком и композиции Дины Арины Авериной, и многих других гимнасток. Ну и, естественно, Ирина Александровна Винер, которая каждый шаг не просто, не только в составлении, но и в корректировке упражнений, это просто не проходит без ее участия. И ее работы над эмоциями, над темпом, который задает наша команда. Благодаря, конечно, такому прогрессу в групповых упражнениях именно российской команды весь мир подтянул. Вот все-таки и открытая оценка сподвигла к такой динамике, к такому развитию в групповых упражнениях. И, конечно, законодательным эмоциям всегда являлась российская команда. Поздравляю своих воспитанниц Екатерина Пирожкова, тренер сборной Узбекистана. Седьмой результат для этой команды 26-75.